Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан. И я опять видео будет токарным. И видео будет о токарном декоре. Вот сейчас он практически уже отошел. Редко-редко когда увидишь. А вот вещи, которые были сделаны в начале 20 века, они прямо изобиловали токарным декором. По крайней мере, в нашей стране. Вот я очень часто с ними встречался. И вот у меня стойка для киев. Ой, для... Я все время говорю для киев. Я раньше на бильярде играл очень много. Вот, стойка для резцов. И вот здесь у меня некрасивые места. Я хочу их сейчас разукрасить. То есть мы сюда сделаем токарные накладки. И точеные накладки, вернее. И эти точеные накладки мы сделаем из контрастного дерева. Мы будем делать из черного ореха. И покажу, как вот это все сделать. Наши накладки у нас как бы полукруг, имеет форму полукруга в сечении. И чтобы этот полукруг получить, нам нужно... проточить как бы две заготовки вот так вот вместе. Мы их вместе проточим, получим какую-то картинку красивую. Вернее, какую-то красивую форму. И вот чтобы нам вместе их проточить, а потом разделить, мы их склеим через бумагу. То есть вот это самая обычная бумага из самого обычного, из самой обычной тетради. Орех у меня остался от какого-то ученика. Что-то он там делал с орехом. По-моему, там вставки были ореховые у него на столе. И вот немножко, несколько обрезков осталось. Вот бывает, их хранишь. Как бы вот они валяются, 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 валяются до звездного часа. И вот, конечно, орех еще похоронить можно. А вот уже дуб какой-нибудь уже не стоит. Хотя сейчас вот дуб последний раз я покупал по 121 тысячи. Что-то там вообще все прям плохо стало уже. Вот. Пока клеим вот так. Совмещаем примерно, чтобы они были у нас в одних плоскостях. Ну и фиксируем. Все, один и так же второй. Thank you.
декоративный элемент под маслом. Смотрите, как здорово орех выделяется. Мне кажется, он придает такой мощной декоративности всему этому сооружению. И вообще, мне стиль очень нравится. Конечно, я не идеальный дизайнер, и не сказать, что он прям вот мега крутой, но мне нравится хорошо. Все, страна, до свидания. С вами был Юрий Бажан. Всего вам хорошего. Thank you.